В региональном правительстве представили нового начальника УМВД по Ивановской области. Им стал генерал-майор полиции Александр Никитин. На столь знаковом для региона мероприятии побывал заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Сергей Герасимов. Нового главу ведомства он охарактеризовал как сотрудника порядочного, внимательного и требовательного. Основной его жизненный путь связан с криминальной полицией, с вопросами, связанными с экономическими преступлениями. До последнего времени он занимал должность сначала первого заместителя начальника Главного управления по Сибирскому федеральному округу, а в последнее время, после того, как у нас произошло изменение штатной структуры, Александр Дмитриевич работал в качестве заместителя начальника Главного управления по Сибирскому федеральному округу, начальника полиции. Губернатор Михаил Мень рассказал новому руководителю об основных проблемах региона. Это уличная преступность, преступления в состоянии алкогольного опьянения, критическая ситуация с авариями на дорогах. В своем самом первом выступлении Александр Никитин был предельно краток, пообещав честно служить на благо региона. Направлять свой профессиональный опыт и умения на защиту законных интересов граждан Ивановской области. Сохранять и приумножать достойные традиции, заложенные предшественниками в областном управлении внутренних дел. Бережно относиться к личному составу, повышать материально-техническое оснащение управления. Буду принципиально строг к сотрудникам, допускающим нарушения служебной дисциплины и нормативно-правовых актов Министерства внутренних дел Российской Федерации. Особое внимание было уделено и бывшему главе ведомства Александру Забегалову. Замминистра поблагодарил его за отличную службу и наградил кортиком. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.